Всем привет, с вами Ниагара. Ну что ж, продолжаем. Что-то мужичок тут мирно складывает... Ах, такую спину прихватило. Мирно складывает сено. Мне куда-то туда. Угу. А, я посмотрела, сколько у меня денег. 6 с чем-то тысяч. Ну, наверное, это маловато, чтобы что-то прикупать себе такое прям реально полезное. Ладно. Тут вроде нет особой толпы, можно пробежаться. А, паренечки. Ну, надеюсь, они просто пропустят меня, да, мимо. Сундук. Я видел вас на матче. Даже если вы не любите революцию, такие не нужны. Так, он на втором этаже? Ага. Похоже, да? Здесь? Где? Не здесь? Во дворе? Подожди. Женщина какая-то мечется. Что такое? Что происходит? Он где-то тут. Запутаешься в ваших домах, знаете ли. Да что-то у меня такое ощущение, что я его уже искала, нет? Я слышу его звон, но не вижу, где. Где сундук? Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, вот так вот начнешь искать эти сундуки и запутался. Лучше идти, блин, по заданию. Я слышу тебя, но я не понимаю, где ты. Здесь? Нет. Что? А, у пареньков? У пацанов. Так. Здоров. Куда? Второго я не знаю, куда побежал. Ну да и ладно. Ты вернешься? Вернешься ко мне? Ну куда-то учапал. Окей. 7200. Хорошо. Какого рез. В общем, его напарник куда-то убежал, и ему уже лучше. Я вижу, да, точка там. Вернулся, походу. Так, у нас где-то тут рядом, значит, торговец. Угу. Опа, а, нет. Торговец внутри. А, я могу через окно зайти. Здоров. Значит, гранаты все есть. А, шутихи, буду я покупать. Боеприпасы мне, ну, подожди. Мне нужны. Да. Полностью затаримся. Лекарства у меня полные. Отмычки. Отмычки. Ну, отмычки давай мы сделаем вот как-то так. Да, 21 отмычка, это хорошо. Призрачные клинки обязательно. Хорошая штука. Так, клинки берсерка полностью. Да. Люблю развлекаться берсерками, это вообще просто тема. Ладно. Ну и все в целом там. Наверху, что ли? Я же прям слышу, как он звенит. Простите, а где у вас тут пройти наверх? Я его слышу просто. Чё, где, как? Через улицу, что ли? Стоять. Так. Там третий этаж. Ну, допустим. Не, ну раз уж я просто рядом. А, вот второй этаж. Тихо-тихо-тихо. Зайди-ка. Ну, где-то же я же его прямо слышу. Угу.
что, подъем был? Да где он, господи? Ну. Подождите, машина. Реально подъем был? Не заметила. Третий, что ли, этаж? Как будто бы непонятно, да? Нет. Ниже. Ага. Ну-ка. А вот и он. Наконец-то. Да, взаимодействовать. Сейчас буду ломать отмычки, которые купила. Так. Ха! Ни одной мимо. Так-то. 1000. Ладно, я мучилась не зря. Окей. Мои мучения были не напрасны. Так, подожди-ка. Что у нас там по заданию? Нужно идти очень далеко. Куда забрался? Вы от нас скрывались. На... Не благодарите. Так. Опа. Что? Где? Я стала заботиться о сборе сундуков, потому что думаю, что, блин, хотелось бы что-то прикупить, наверное, себе, да? Перед финалочкой. Что-то типа какого-нибудь вооружения, возможно. Или снаряжения. Хотя за задание дают вот эти прикольные снаряги, которые ультушные. Ну, как будто бы вот я почувствовала это на последнем вот этом в Робеспьере, что мне не хватает незаметности. По сути, там, где они меня видеть не должны были бы, они меня видят. А нам это не надо. Так что... Не знаю. Ага. Что, на крыше, что ли? А, да, да. Ладно, иду, иду сейчас. Подожди. Я уже почти. Обмана я не терплю. Понял? Да, что такое? Не терплю, когда мне... Там обманы не терпит. Так, это Элиза. Она наверху. Угу. Все, дорогая, я здесь. Повышенная сложность. Да, мне опять говорят, приобретайте навыки, но... Не на что их приобретать. Ладно. А как-нибудь справимся и без... Надеюсь. Разделимся. Не уверен, что... Так меньше шансов попасться. Ну да, пожалуй. Встречаемся внутри. Если увидишь Жермена, убей. Вас понял. Так, возможны пути. Двор. Ну, центральные ворота не варик. Внутри. Самое сложное задача. Жермен выстроил настоящую крепость. Угу. Так просто не попасть. Но мы справимся, да? Да. Наследуйте область. Создайте возможность. Ну, 9 входов. Пух, 9 входов. Ладно, центральные ворота, естественно, подняты. Угу. Так.
Пойдем слева, я думаю. Угу. Да спустись. Угу. Говори, живо. Кто из твоих знакомых за революцию? Да. А я смогу тоже как-то... Что, интересно, вот здесь-то поднять? Да, смогу. А вот здесь. Так. Приветик. Опа. А я не слышал. Опа. Там еще один парень. Ну, у них перекрытие. Их перекрытие. Ага. Не-не-не. Да не видел ты меня, не-не, правда. Так, меня спалил кто? А-а-а, тебя надо убрать. Ладно. Его надо убрать. Он стоит далеко и высоко. Он меня видит. Ага. Что? Да ты же! Опять же ты! Нет? Ай, как вас много! Кого убивать? Кого первым? Вопрос. Угу. Я вижу, что тут пацан подошел. Да-да-да. Так, один там. А, давай-ка мы... Ай! Залезай обратно. Давай-ка мы... Можно его убрать как-то? А? А? Скройся. Так. Там два... Ага. Я знал! Да ты меня не видишь, я в укрытии. Все спокойно. Ну... Выходи, я знаю, ты там! Не, не знаешь. Не выйду. Надо держать ухо востро. Ладно, давай, держи. Я пока подумаю, чем бы... Пострелять. Ну ты уйдешь, нет. Здесь надо крайне аккуратно действовать. Потому что... Постоянно начинать сначала, это, конечно, жопа. Ну, естественно, меня кто-то видел. Тот, который снизу, полагаю. А, я все равно. Тихо. Так, спокойно. Не-не-не-не. Сейчас, что там? Что там? Не знаю. Здесь два пацана. Я хочу убрать. Задержитесь, гражданин! Ага. Ну, собственно, уйду. Закат. Не, а что, тебя видели? Уйди, уйди. Все, сиди там. Ну, частично я зачистила вот этот проход. Вот там паренек ходит. Да. Значит, вот этого подозрительного чела надо снять. Так, кто там наверху? Здесь. Может быть, навестим суету? Что думаете? Почему бы нет? Навести суету. Ага. Почему? Ну, нет, не сбежишь. Да чё, почему я не сбегу-то? Вот давай. Да. Давай, меси их. Ты слишком был подозрителен ко мне. Давай, давай. Вот. Двоих хотя бы положи.
Ну, мощный, я в тебя верю, давай, пацан. Я скрылась, у меня все хорошо. Так, и еще. Переключимся вот так вот. Блин, ну не стрелять в него. Давайте раз на раз. Так нечестно. Хотя они в меня тоже стреляют. Такие себе челики. Ладно. Угу. Я оставлю их там развлекаться. Ага. Что это было? Что где? Что за... Не-не-не-не. А, блин. Ладно. Нет, ты не можешь меня стрелять, потому что мы в дыму. Ты вообще в курсе, нет? Спокойно. Там очень много людей. Очень много, но они далеко. Ладно. Вот это вот мы заберем. Это тоже заберем. Еще все, все пригодится. Очень хозяйственное, если что. А, так. А туда я не пойду. Там много людей. А посмотрим, как у нас успехи вот тут. У моего челика. Как дела? Чего там? Стоит один какой-то. Ты выжил? Что с тобой? Да? Да, вот это. Оп. Нравится мне. Кому не нравится. Все очень подозрительно. Так, ну, например, вот это место я зачистила. Даже смело смогу спрыгнуть. Так, один челик. Красненький вот поблизости ко мне, я вижу, но он не видит, скорее всего. Ой, как же, блин, вот знаете, чувство сохраниться и записаться, чтобы не проделывать это снова. Так, ага, ходят, угу, ходят, ходят. Так, может быть, подняться наверх? Спокойно. Опа. Что это? И что? Угу. Наверху у меня спокойнее. Потому что снизу очень много людей. Так. Стрелки. Угу. Мне надо понять, как попасть внутрь вот этой башни. Вот и какую башню? Крепости? Чувачок. Угу. А я могу вообще его застрелить? Наверное, слишком далеко, да? Колокол тут, кстати, есть. Вот для него два паренечка. Три. Слишком заморочно, чтобы отключать. Так, мне нужно добраться по крыше. Понятно. Второй колокол. Ага. Так. А ты смотришь в эту сторону, да? А я, конечно, не дострелю слишком далеко. Ты меня заметишь, правильно? Хотя... Если подождать, когда он пойдет в ту сторону и успеть перебежать, то в принципе, вот, сейчас. Да! Слезай, Арно, слезай! Да! Быстрей! Да, заметил, заметил! Кто же тебя так? Что? Заметил? Что за... Ну, я была готова. Проклять. Да. Он сейчас пойдет в эту сторону. Ну, потерял? Давай. Угу. Пока.
Что? Ты куда, блин? Арно, не. Обыскать. Нажала Б, но это из пуска ее обыскать, короче. Поэтому так сработало. Хорошо. Значит, угу. Эй, а, что? Не-н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 е. Я ухожу, не стреляйте, только пацаны. Нет, не надо. Я наверх. Все. Вам нет ко мне дела никакого. Не надо. Эх. Эй, постой, гражданин. А ну, стой на месте. Нет, нет, только не подстрелите. Залезь наверх. Оставалось совсем чуть-чуть. Ладно. Попытка не засчитана. А я хотела там засинхронизироваться, и там бы уже оттуда рассматривала, что предпринять. Меня сейчас откинут к самому началу, видимо. Скорее всего. Ну да. Да-да. Самое начало. Что вы мне тут показываете? Чего? Там торговец это я знаю, но мы же уже вроде прикупились, ничего не надо. Угу. А что там? Винин строит сигнал о двойном убийстве воздуха. Что? А выполнить типа надо? Нет. Нет. Они намекают, что типа я не сильно подготовлена, поэтому иди, подготовься. Потом лезь на такое серьезное дело. Наверное, так. Так. Ага, это центральный вход. Который много кто охраняет. А как я зашел в тот раз? Не отсюда же, да? Угу. Что там происходит? Да, то, что они меня заметили, пока я лезу там синхронизироваться. Ой, что? Чего? Я вообще гражданин... Ой, ё. Я вообще гражданин, который... Ну, что, путешествует? Наверное. Чего такие подозрительные? На ходе. А можно? Нет, не попаду. С такого расстояния не попаду. Да-да, можешь, можешь. Я в тебя верю. Ха. Нет, да? А где мы с тобой зависали? Ну, где-то же лезли. Но здесь тоже нет. Угу. Чего? Подземный ход? Да? Да тихо! Да? А мы можем так к ним попасть? Давай попробуем. Чё бы не попробовать, да? Ой. Минус. Ай. Ну, близко. Ай. Давай еще раз. Нормально. Ну и что это? Опа. Давай. Так, например. Проклятие! Скорей, скорей! Вперед! Вперед! Еще. Чертовщина! Вперед! Чертовщина, не говори вообще. Кругом чертовщина.
Там еще трое, да? А. Один кто-то идет сюда. Я пока не спускаю. Сзади? У лестницы стоит. Ладно. Пацаны, я вас спущу, ладно. Это похоже на... Бьюсь об заклад, туда пошел. Какой-то проход в эту крепость. Ага. Лекарство максимум. Трое пацанов, но они как-то стоят далековато, чтобы я их обоих махнула за раз. Я попробую, конечно. Ух ты, а тут что-то прикольное. Ну-ка. Будет сложно. Ага. Будет сложно, но я попробую. А так. Так. 17 попыток. Так. Близко. А! Ладно. Есть. Так, мимо. 13 попыток. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, Арно. Мы сможем. Давай, Арно. Сможем, сможем. Плохо. 10. Угу. Плохо. 7. Есть! Чё там? Сохраните меня, 4000! Сохраните меня. Так. А что, если мы по снаряжению пробежимся? Так, защита головы. Ну, там что-то, по-моему, все нормально. А с поясом что у нас? Дальний бой. Мне бы незаметность какую-то вкачать. Дальний бой прям хорошо. Смотри-ка ты. То есть пояс отвечает за дальний бой? Да? О! А что-то мы не используем-то это. Легендарные штаны у меня есть. Алло! Нифига себе. Не использует она. Их можно улучшить. Давайте улучшим. Стойкость, незаметность. Да. Это я, конечно, молодец. Все. Теперь я довольна. Угу. Так, подожди. Навыки 3 у меня не замечаю, бесполезно. Наручная. Улучшить уже не могу. А это что у нас? Парирование нет. Плохо. Ладно. Ну, короче, все равно было хорошо сейчас. Это прям хорошо, черт народу. Там много. Угу. Черт собакон! Тихо, ругайся. А-та-та-та, а-та-та. Спокойно. Так, только не стрелять, договорились? Там бросает. Ага. Да. Верь в это. Еще граната? Ты охерел. Какой ты молодец! Нет! Да я парирую! Ты чё, охеревший какой-то ты, я смотрю. Ты просто вообще... Да нет! Только мне не нравятся эти мужики в шляпах с перьями. Это они очень прыткие. Так, что у нас по лекарствам? Одно. Я бы не помешала еще одну. Верните, плиз. Что я на вас потратила?
Угу. И травы свои себе можете оставить. Припарка подорожники свои. Так. Угу. Свечи какие-то. А, здесь... лекарства дали. Все. Вопросов нет. Ну... И типа туда должно подняться, что ли? Окей. Да, таким образом я могу попасть внутрь. Давай-ка мы вот так сделаем. Ага. Так, сразу наверх. Мало ли что. Приветствую. Горячо. Ну ты можешь подняться, нет, Арно, блин? Внутри крепости это да. Ой. Упал и привлек внимание. Тактика теперь у нас пошла по другому вектору, да? Что там? Что? И кто же это сделал? Я поднялась оттуда, да. Что вы хотите от меня? Колокол без вени. Так. Он, наверное, вот прямо там, да? Куда я лезу? Вот туда меня пристрелили. Угу. Теперь я очень далеко от той цели. Прям максимально. Угу. Пленёчков очень много. Чьёрд. Как будто бы тут не стоит соваться, да? Так. Я вот смотрю, можно ли как-то пройти вот туда, потом по крыше, потом туда. Еще пока непонятно. Где? Где чел? Ага. Так. Не ходит вот тут прям подо мной. А, это тут и стрелки еще. Ой, как там много народу. Ой, как много. Ой-ой-ой. Ну, допустим. Ну и чё? Сейчас они сюда сбегутся, да? Нет? Ха. Всем плевать. Ну, хорошо. Не очень неудачное место. Вот это вот. Вот это вот. Угу. Здесь что уходит? Ой, как их много. Ой, как много. Вот тут меня уходит, если я спущусь. Я хочу перепрыгнуть туда хотя бы. Ну, ладно. Стрелочки. Пойдем убирать стрелков. Угу. Мне все-таки в эту сторону, я думаю. Хотя, не знаю, но... Ага. Ага. Так. Па. Опачки. Паренечки, пареньки. Мне не надо, чтобы вы тут стояли, понимаете? Как будто бы вот вы лишние. Я, наверное, полечусь. А мало ли, я еще сейчас себе лекарства надыбаю. Чтобы полностью... Ого, идет кто-то. Катошечка, чтобы полностью была. Опа. Угу. Пацан. Все, не обессудь. Так. Двое. Один пошел проверять, один остался. Так.
Угу. Беда. Беда. Дьявол, да кто это сделал? Ну же! Ну я не выйду, ты же сам понимаешь, это. Ну ты, может, уйдешь? Че, второй сюда пошел? Нахрена? Этот уже все проверил, не ходи. Что они делают? Мужики! Ну вам точно не сюда. Ну, давайте. В другую сторону. Они не дают мне действовать дальше. Угу. Ушли. Yes. Yes. Хорошо, хорошо, хорошо. Мне бы тут двоих их. Я тебя раздавлю, прыщ. Не надо. Этот, чтоб ты никого не звал, ладно? А! Нет. Нет. Нет, ты не попал. Ты мой! Умри, пожалуйста, все. Тихо. Так. Ну, конечно, наша драка привлекла внимание. Ну, что мне было делать? Кто меня записал здесь, да? Так, теперь. Пойдем где-то внутри. Я же могу и так подняться, мне не обязательно этот подъем использовать. Ну, так ты можешь, давай. Ага. Нет. Не-не-не-не-не-не-не. Опа. Так, с тем паренечком мы уже разговаривали. Было дело, да? Хм. Вход, говорит, вот чуть. Мост надо опустить. Хотя я, наверное, же, да, 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 могу вот туда попасть. Через крышу. Ой, пацаны. Я опять тут вот, да, опять с вами. Ты меня заметишь, я знаю, да. У меня единственный выход, это добежать быстро-быстро. Да. Вот ты где? Вот ты где? А, еще труп. Остановиться вот тут. Угу. Черт! Кто же тебя убил? Ай. Что он мне? Ты думаешь, вот так не заметят? Да, ты, гражданин! Не-не-не. А, еще труп. Где же ты? Ну ты подойдешь ко мне, нет? А ну покажись, сукин сын! Нет. Так. Тихо. Привлекаешь очень много внимания. Ой, спи. Так, хорошо. Нет, Аруно. Теперь давай посмотрим, а кто же меня тогда пристрелил? Тут еще есть стрелки. Вот тот. Лекарство дали. Какие? Так, ой, а вот вы где? Понятно. Постой, гражданин! Погоди! Черт! Куда он делся? А я не знаю. Вот это да, это ж труп. Проклятье. Куда ты делся? Покажись, сволочь. Какой-то звук, да. Такс. Если я лезу сюда, меня видят откуда? Вот те, да? Вот там. Так он мне тоже мешает. Еще один. Потом еще. Подожди-ка. Ага. Они меня снимут, да? Ты че трое?
сюда! Я тебе сейчас зубы повыбиваю! Убегаешь? Зачем? Чё, кто? Я хочу тебя всего лишь... А кто увидел? Кто заметил? Где? С этой стороны меня не должны видеть. Я из тебя сэнд сделаю! Вот эти только, если... Слушай, ну если ты меня так далеко видишь, то почему в тебя попасть-то не могу, а? Да? Оттуда? Ну что, угорайте. Ну-ка, спустись. Вот эти вот? Нихера вы глазастые. Да у меня, блин, незаметность прокачана, вы чё? Глазастики, блин. Они, конечно, дают. Так, ну я все-таки попробую, рискну, да? Че? Послание? Чем даже, походу, вообще фиолетово? Вот эти меня палят? Рискнуть стоит. Они там орут. Ладно. А если я вот так вот сделаю? Так, давай, давай, давай. Руно. Наверх. Ага. Так. Спокойно. Ага. Тихо. На, это минус. Так, спокойненько. Он тут стоит спиной. Значит, вот этого паренечка мы сейчас уберем. Я почти в башне. Мне нужно то, чтобы меня вот здесь как-то то ли сохранили, то ли что-то сделали. Такое. Ну, чтобы я не проходила вот это все заново, блин. Игра. Мне надо это, пожалуйста. Так. А! Если я синхронизируюсь. Блин, нет, Арно, нет! Убегаешь! Быстрее! Я! Не попадитесь на руку! Теперь! Убей его! Все, готов. Еще один. Вот этот, да, этот. Вот такой. Шляпочный сером, да, они. Бесевые. Все, нормально, нормально, нормально. Хорошо. Неважно, что потратили. Гранаты. Ну ладно, хорошо, все равно нормально. Так. Тебе теперь вопрос такой. Если я синхронизируюсь, у меня будет сохранение. Поэтому как будто бы мне это нужно. Опа. Да? Да? Я синхронизироваться пришла. Что это было? Что это было? Я не знаю, Арно. Убить? Итак, возвращение блудного ассасина. Привет. Я так и подумал, когда Латуш перестал присылать мне деньги. Прячься сколько хочешь. Все равно найду. Вы мне изрядно надоели. Да? Че, я где вообще? Отлетела куда-то. Как? Что? Что? Не знаю, зай. А давай синхронизируемся. Просто очень меня волнует вот этот вопрос. Я не хочу все это делать заново. Он случайно здесь оказался, и я вообще его здесь не ожидала, честно говоря. Подожди. Ага. Давай-ка. Вот так. О-о-о-о! Нифига себе напряг! Он исчез. Как? Что? У него какой-то супер меч.
Гриффиндора. Так, мне? А чуть-чуть вообще никуда не вижу, чтобы я могла спрыгнуть. Где мои стоги сена? Туда. Ну, окей. Ладно, сейчас. Я аккуратно спущусь, потому что не хочу помирать тут. В данном случае. Ай-я. Ага. Так. Опа. Так. Что, допрыгнем же, да? Нет? Ну. Ну, если не хочешь, давай спустимся. Туда. Оп. Ну, блин. Что ты делаешь? Арно. Ну, ты же можешь назад отпрыгнуть? Чего? Нет? Ну, туда, на крышу. Нет? Что он делает? Там вода. Или что это? Да? Там умрешь. Он не хочет перепрыгивать. А что, так далеко? Не выглядит, как будто бы далеко, чтобы ты не допрыгнул. Как будто бы можешь, нет? Разве? Что за приколы? Ладно. Не хочет. Так. Ты мне что предлагаешь? Через тех пацанов идти? Я не хочу. Ты вот здесь можешь перепрыгнуть? Я знаю, что можешь. Ты что, угораешь надо мной, что ли? Да ладно. Какой-то прикол. Так, сток сена. Сток сена, хорошо. Угу. Ну, давай, допустим, спустимся. Ну вот. А? Что? Думал сбежать. Ай. Это по мне. Черт. Гражданин, задержись. И что? Нет, я не хочу задерживаться. Полечись. Минуточку. Да. Минуточку. Умри, как мужчина! Труп! Далеко не ушел. Я не мужчина. Заходи с тыла! Не остановись! Я в шаге от него. Совсем слабый стал. Из вас, чертовы мандаракисты, только трупы делать. Ах ты козёл! Нах, ты ж... Смотрите, кто в сеть попался! Предал! Я полечусь. Я молчу, потому что я вообще в ахере от того, что происходит. Нет. Спокойно. Куда он делся? Опять? Куда он делся? Вы меня достали. Устал! Передохнул! Полечись! Тихо! Вот он! Вот ты где! Да не надо! Нет у меня тут! Идет! Вот он! Нужно. А может мне просто уйти? Теперь ты можешь.
Вот чёрт. Слишком. Но бордель в другой стороне. Да? Ну-ка я спрячусь. Они же меня потеряют? Должны потерять. Растворился в воздухе. Дебилы. Так. Лучше уйти. Все. Так и надо было сделать. Зачем я с ними сражалась? Я не знаю. Найди. Опа. Элиза? Что это было? Какое-то оружие Шермена. Меня хотели убить. Почти получилось. Знаешь ли. Что? Элиза! Элиза, у меня мало ХП. Какая чудная встреча. Спрячься и пусть говорит. Вы думали, час никогда не пробьет? Если у Франсуа де Лассера нет сыновей, некому будет вас покарать? Значит, месть? Твой отец мыслил так же узко. А вы? Жажда власти, хороша широта взглядов. От меня бесполезно прятаться. И что с того? Убивает. Ультует. Власть? Нет. Ты же умная девушка. Мне тебя... Нана. У тебя меч остался, я тебя вижу. Власть тут ни при чем. Ну что? Власть тут вовсе ни при чем. Контроль, вот в чем все дело. Чему тебя только отец учил? Орден развращен богатством. Ты не уйдешь. Нет! Он меня заметил. А, Жермен! Два разочка надо долбануть. Мы подвязли в той лжи, что сами плели для черни. Элиза, отвлеки его, он меня смотрит. Ну. Лиза! Ну, помоги. Он спелит. Я убью вас! Ты думаешь, этим чего-то добиться? Революция заставит орден из... Еще раз. Еще один раз. Давай, вставай, Арно. Из огня революции вы... Попался, ассасин? Нет. Мне тебе... Из огня революции выйдет новый орден. Он свяжет людей узами золота. Тебе не уйти, мальчик. Я тебе не мальчик. Полечись. Еще два. Лекарства. Что шарахает? Да тут как тут. Так как ты это делаешь? Ты меня настолько видишь? Да хватит. Из огня революции выйдет новый орден. Он свяжет людей узами золота. Ничто тебя не спасет. Нана. Блин, еле хватило хпшек. Арно! Я застрял! Да помогай! Меч забери у него! Он уходит! Стой! Я почти! Я справлюсь! Нельзя! Одной нельзя! Жди меня! О, упрямая. Прости. Баба! Элиза! Что там произошло? Элиза, нет.
вот зачем ты? Не послушала его. Злодеи повержены. Именно так ты представлял себе эту сцену, да? Но меня здесь нет. Впрочем, нет и там. Сейчас я истекаю кровью на полу храма. Но, видимо, отец понимания решил дать нам время поговорить. О, это мой любимый момент. Ведь я тогда не понимал сути своих видений. Башни из золота и города, сияющие серебром. Я думал, что схожу с ума. Но затем попал сюда, в склеп де Мале. Тексты мне все объяснили. Объяснили что? То, что я как-то связан с ним, Жаком де Мале. Что я был избран, дабы очистить орден от упадка и разврата, пронизавших его. А затем очистить мир и возродить его в правде отца понимания. Не похоже, чтобы ты преуспел. Современники редко ценят пророков. Изгнание заставило меня пересмотреть свои методы. Цель осталась прежней, изменились лишь средства. И цена не важна. Новый порядок – неизбежная смерть старого. А если люди будут бояться свободы, тем лучше. Хаос напомнит им, что они созданы для послушания. Здесь мы расстаемся. Подумай. Поступь прогресса неспешна, но неумолима, как ледник. Ты всего лишь чуть-чуть задержал неизбежное. Одна смерть не остановит прилив. И пусть не моя рука направит человечество обратно на верный путь, но это сделает. Помни об этом, когда будешь думать о ней. Да, я такого конца вообще не ожидала, что Элиза погибнет. Жалко. Продолжить.
Кредо братства ассасинов всегда учило нас тому, что все дозволено. Я думал, мы можем делать все, что хотим. Отстаивать идеалы любой ценой. Теперь я понял. Это не разрешение, это предупреждение. Идеалы слишком легко могут стать догмой, а догма станет фанатизмом. Над нами нет никакого высшего суда. Нет сурового божества, что будет карать нас за наши грехи. В итоге, только мы сами стражи своим страстям. Лишь нам решать, не слишком ли дорога цена нашего пути. Мы считаем себя избавителями, спасителями, мстителями. Ведем кровавую войну против них, всех тех, кто против нас. Мечтаем оставить свой след в мире. Даже отдавая жизни в боях, о которых никогда не напишут в учебниках истории. Наша суть и наши поступки – начало и конец. В нас самих. Ну, финал мощный, что сказать. Да, интересно. Послушать было то, что он говорит. Смерть Элизы, это, конечно, вообще... Наполеон? Он привел его сюда? Перемотать вперед эталов, в смысле РТ. А мы можем вот так сделать. Боже мой, глазам своим не верю. Так. Арно выиграл битву за 200 лет до начала. Браво, друг. Угу. Едва ли Абстерго станет искать в катакомбах Жермена. Кости уже слишком повреждены. С этим мудрецом покончено. Ты отлично поработал. А пока продолжай разыскивать в памяти Арно любые обрывки данных. Все, что он мог увидеть. Исторические факты, образцы ДНК. Все, что есть. Свяжемся, когда ты будешь нужен. Жди. Окей. Так, а мы можем вот просто вот так сделать? Будет что-то еще? Я просто жду, мало ли какой-то отрывочек, еще отрезочек покажут. Загрузка. Нет ничего. Меня просто вернули, ну, типа, через много-много лет назад. Я с этим имбовым мечом. Какой-то новый прикид, которого у меня не было. Я проверенный головорез. Уже. Давайте прочтем письмо. Любовь моя, пока я пишу это, ты еще спишь. Если проснешься, я, конечно, найду оправдание. Но сейчас ты так сладко дремлешь. Завтрашний день — завершение 5 долгих лет. День нашей мести. Но меня не покидает ощущение, что в ключевой момент ты отступишь от плана. Боюсь ли я, что ты недостаточно любил моего отца? Или опасаюсь, не дрогнет ли у тебя рука? Едва ли.
Я знаю, что ты многое потерял. И не вынесешь новых потерь. Ты позволил бы Жермену править Францией, если бы это могло меня спасти. Но думал ли ты обо мне? Почему ты решил, что я смогла бы принять такой выбор? Это мой выбор. И это моя судьба. Дорогой Арно, я теряюсь, не знаю, как это выразить. Была очень рада встрече, звучит совсем пусто. Никак не передать все то, что я чувствую. Как же я рада. Рада, что ассасины не смогли сильно тебя изменить. Впрочем, иного и ждать не стоило. Тебя невозможно запугать. Похоже, мы оба зашли в тупик в поисках убийцы отца. Может быть, вместе мы сможем продвинуться дальше? Как же я рада, что даже сейчас вместе нам многое удается лучше, чем поодиночке. Твоя Элиза. Дорогой мой Арно, мне сложно поверить, что все так изменилось за 3 года. Жизнь разделила нас. И я боюсь, что это навсегда. Или что еще хуже, мы встретимся, оказавшись по разные стороны баррикад. Словно в пьесе однодневки. Мы больше не беззаботные друзья по играм. Но и не чужие друг другу. Когда все закончится, когда мы отомстим Жермену за отца, кем будем мы? Мастером-ассасином и магистром тамплиеров? Продолжим старую песню или начнем все сначала? Мы можем изменять мир своими руками, а можем бросить все и отправиться пасти коз. Так и вижу, как ты перебегаешь с камня на камень где-нибудь в Альпах. Ни одна коза не убежит. Не представляю, что принесет следующий год или день. Знаю лишь, что мы останемся Арно и Элизой. И эта мысль греет мне душу. Люблю. Элиза. Ну, прямо вообще. Под конец-то прочитать все ее письма. Знать бы, как лучше. Да, не говори. Знать бы. Но он ей говорил, не ходи, она побежала, видишь. Так, ну и нам говорят, что я могу здесь побегать, сделать всякие задания, которые, в принципе, уже мне не нужны. Мы основной сюжет завершили. Вот. И спасибо вам большое, что вы были со мной в этом прохождении. Обязательно встретимся на моем канале новых. У нас еще не до конца пройдены все части Ассасина. А что там у нас еще осталось? По-моему, части 4 где-то. Вот. Так что, до скорой встречи. Пока-пока.